Золотые пирамиды. В 90-е годы прошлого века Румыния переходила от социализма к капитализму, и народ верил, что не сегодня-завтра заживет, как в Западной Европе. Наивностью соотечественников воспользовался простой бухгалтер Иоанн Стойко, который открыл компанию «Каритас». Аферист обещал, что за 3 месяца доходность по вкладам составит сумасшедшие 800%, и румыны поверили. В компанию, которая кроме сбора денег никакой деятельности не вела, вложили 5 миллиардов долларов. Горе-инвесторами стала половина граждан страны. Пирамида просуществовала 2 года. Власти не спешили ее ликвидировать, так как опасались массовых беспорядков. Но пришлось, когда об афере написали авторитетные зарубежные СМИ. Стойко провел за решеткой всего 1,5 года и вернулся на свободу. Особняком в истории финансовых пирамид стоят китайские муравьиные фермы. Именно эти насекомые стали мошенническим активом компании Илишэнь Тяньси. Инвесторам предлагалось за $1500 купить коробочку с некими особенными муравьями. Насекомых надо было выкармливать и отдавать обратно компании, которая якобы делала из них лекарства от всех болезней. Вкладчики же получали свои 32% годовых. Пирамида работала почти 10 лет. На пике муравьев откармливали уже более 1 000 000 инвесторов. Схема погорела в 2007 году, когда выяснилось, что никаких лекарств на муравьиной кислоте и других ингредиентах из насекомых компания не производит. Организатора аферы приговорили к смертной казни, а выступления обманутых вкладчиков жестко подавили. Золотые пирамиды на Бизнес FM.